Всем большой-большой привет! Сегодня у нас заказ Avon, по-моему, по 11 каталогу, в общем, по новому каталогу, который только вот действовал. И по традиции у меня две коробки больших, очень больших, и откроем мы их вместе с вами. Только что я вернулась с почты, где получила этот огромный заказ. Так что давайте смотреть, если вам это интересно, то оставайтесь. Так, бумажки всякие я выкладываю. Здесь у нас пакеты, как всегда, с бабочками для клиентов, чтобы класть заказ. И здесь у меня сразу пошли вот такие огромные бутылища по 700 мл шампуня с марокканским аргантовым маслом здоровый. А так, дальше здесь у нас такой же здоровый 2 в 1 Daily Shine, зелененький, кстати, классный шампунь. Прям такой блеск и гладкость придает. Дальше огромный шампунь 700 мл с коллагеном, максимальный объем. У меня клиенты очень любят эти шампуни и заказывают уже, видите, в каких объемах. Так, дальше шампунь у нас с коллагеном, еще один такой же огромнейший. Не знаю, столько много всего. Дальше увлажняющий гель для душа. Это у нас идет 500 мл. Ароматерапия бодрящая с экстрактом эвкалипта. Такой вот в новой упаковке. Она также ужасно открывается, но гели хорошие. Посмотрите, они какие густые, даже еле перетекают. Классные гели. Кто не пробовал, обязательно попробуйте, и уверена, вам понравится. Вот такой вот дезодорантик заказали One Duty для мужчин. 150 мл, по-моему, по 99 рублей были. Так, у меня заказали еще две водички. Они даже не в мятых коробках пришли в этот раз. Все хорошо. Одна клиентка у меня все время заказывает воду Patient Dance. Она обожает эту воду. Уже на протяжении многих-многих лет не изменяет. Ей все время заказывает. У меня сейчас осенью будет еще больше заказывать эту водичку. Дальше. Scent Essence White. Wild Bergamot. Новая водичка с бергамотом. В общем, у меня заказывали желтенькую. Сейчас вам ее хочу показать. Да, у меня соседи делают ремонт. Вот такая у нее красивая упаковка. И пахнет, мне кажется, она такой терпкой грушей. В общем, красивая очень упаковочка. Мне прям очень даже понравилась. Надеюсь, клиентке тоже понравится. Дальше мы пошли дезодоранты. Это у нас Cherish. Две штуки. Потом One Duty. 72 часа защита. И, по-моему, еще один, да, здесь лежит. Да, для мужчин. Вот такой вот дезодорант. То есть много-много всяких дезиков заказали в этот раз. Еще одна водичка Scent Essence Blooming Lotus. Тоже покажу вам, как она выглядит. Вот такая вот красивая. Здесь вот нарисован лотос. Она прям прозрачная. Вот если видно, она без всякого оттенка, просто как прозрачная вода налита. Я думала, она розовая будет, а она прозрачная. Не знаю, как пахнет. Тоже клиентка вот две водички на себе заказывала. Так, дальше заказали вот такую штуку. Это у нас скраб для глубокой очистки пор. Шаг 1. И я уже заказывала, по-моему, себе карибские каникулы, жемчужной пудры, гель-крем для лица. Вот такой он перламутровый идет. Может быть, маме отдам, может быть, себе, может быть, в подарок. Еще не решила. Ну, в общем, кому-то он подостанется. И здесь у меня заказывали снова вот такие вот джеггинсы-джинсы. Они прям идут вот как настоящие джинсы. Очень из плотного джинсового материала, классно садятся. В общем, меня кто заказывал, клиентки все остались довольны, и вот еще до сих пор заказывают. Так что вот такие вот белые, там еще серые вышли. Итак, наша первая коробка уже пуста, давайте начнем уже распаковывать вторую, она такая же большая. И здесь тоже, надеюсь, что-то будет интересненькое. Так что сейчас будем смотреть. Что же у нас здесь? Так, ну всякие бумажки, они все, как видите, все мятое пришло. Ну, бывает, все каталоги тоже какие-то мятые, вот эти каталоги. Каталог 12. Так, вот такой еще 13 каталог пришел, новый. Здесь пришла распродажка. И поехали дальше. Гиганты, гиганты. Это гель для душа 2 в 1 для мужчин Extreme. 720 миллилитров. Дальше райский сад гель для душа 500 миллилитров.
посмотреть, какой мятый пришел. Оп, все. И не мятый уже больше. Цитрусовый заряд. Он очень-очень классно пахнет. Он тоже очень густой. Смотрите, как переливается медленно. Классные гели. Пахнет обалденно лимоном, мандарином, чем-то таким лаймом. Так, здесь что у нас? Здесь я заказывала своей маме вот такой вот кремик из линейки ANU Clinical Multitone Skin, выравнивающий тон кожи, в общем, с какими-то штуками отбеливающими, в общем, пигментные пятна выравнивает, все это удаляет. Маме моей 30 мл, я мамочку свою всегда балую кремиками, она меня любит карандаши гелевые Вейвен, так что вот, кстати, тоже моей маме карандашики я заказывала Boldest Black. Вот такие вот черные. Она их тоже очень сильно любит. Сейчас я вам открою, покажу. Я заказывала в этот раз два. Вот такие вот карандашики. Они автоматически гелевые. Сейчас покажу, как рисуют. Прям вообще, я даже не докасаюсь. Вот просто вот еле-еле провожу. Очень классные. Мама моя прям их... очень любит. Еще очень черные любит. А это вот какая-то другая серия. В общем, Diamond, по-моему, была. Она еще любит самые классические. Вот тоже маме. Кремик и карандаши. И поехали дальше. Здесь у нас снова 500 мл волнующее чувство. Теплая амбра и черный перец. Это шампунь-гель для душа с дезодорирующим эффектом. Вот такие вот гиганты у меня опять заказали. Это для мужчин у нас идет. Дальше. Здесь у нас тоже идет для мужчин, два в одном, энергия океана, мята и морская свежесть. То же самое, гель для душа и шампунь. И здесь у нас то же самое, энергия океана, 500 мл. В общем, у меня, как всегда, полно-приполно всяких гелей. Так, дальше, восстановление сил, увлажняющий гель для душа с экстрактом ягод асаи. Вот он тоже пахнет нереально вкусно, ежевичкой, земляничкой, какими-то ягодками. Вот очень-очень приятно пахнет, обалденно. Кто любит ягодные ароматы, присмотритесь к нему. У меня еще вот такой же, точно. Потом вам в конце покажу, сколько всего гелей. Потом такой еще крем-гель для душа. Моменты безмятежности. Восточная орхидея и малина. У меня очень любят этот гель душа клиенты. Пахнет он тоже очень нежно и приятно. Цветочно, ягодно. Мне кажется, больше все-таки малины пахнет. Тоже классный, не сушит кожу. Очень-очень густой. Даже не перетекает. Вот потек. Очень густые гели, надолго хватает, прекрасно пенится, супер. Так, и здесь пришли пробнички, вот такие Avon Femme Icon. Не знаю, как пахнет, непонятно. Сейчас скажу вам. Ой, какой вкусный аромат. Сладкий. Прям такой сладкий-сладкий, похож на какой-то парфюм. Мне знакомый уже. Посмотрите, какой второй пришел. Ну, это просто ужас. Ну, как вот? Не знаю, как. Ладно, что-нибудь придумаем. Вот так вот сделаю. Такие вот два пробничка. У меня помадку заказывали. Вот такую Divine Wine. Такую темненькую. Это у нас получается, наверное, с эффектом объема Plum Point. Такая вот помадка с объемом. В общем, не знаю. Была, по-моему, в распродаже. И джеггинсы. Там еще, кстати, вон что-то есть. Вот такие серые джеггинсы. Точно такие же, как белые. Смотрите, у них какая талия завышенная идет. Они, по-моему, стоили 999 рублей. Цвет, кстати, такой прикольный. Вот камера прям точно-точно передает. Не врет ни капельки. Строчки все ровные. Здесь вот эти металлические штучки. Тоже, как мне кажется, джинсы. Но те прям в рубчик идут джинсы. А здесь вот все-таки как материал такой больше идет. А размер это у меня XL заказывали. 50. Так что вот такие джеггинсы. Потом спрошу клиентки, как понравились или нет. Так, и вот такой блеск красивенный заказывали. Ой, какой красивый цвет. Мне прям тоже нравится. Berry Plush. В общем, какая-то ягода. Винная ягода, может быть. Красивый. Тоже с эффектом объема. Вот к помаде, кстати, они прям одинакового цвета. И вот такая вот туалетная вода. Это у нас идет Summer White Sunset. Самая классическая, желтенькая, по-моему. А нет, самая классическая, голубенькая. Это идет такая оранжевая.
Так, это у меня коты там уже в Эйвоне в коробке играются, так что извиняюсь за шум посторонним. Вот такие вот пробнички. Крем для лица глубокого действия, защиты и восстановления, тоже для клиентов. Здесь, в общем, брошюрка и здесь еще какая-то распродажа. Ну, в общем, вот такой вот у меня заказ Avon был, достаточно большой. Здесь очень-очень много тяжелых гелей для душа и шампуней, которые я несла сама. Ну, в общем, надеюсь, вам это видео понравилось. Если это так, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну, а на этом я с вами не прощаюсь. Всем пока-пока, скоро увидимся в следующих видео.